Привет, это снова я, узнали? Убирайте вспышки камер. Как я давно хотела это сделать, как у меня давно горела задница. 100 лет назад уже это не актуальная тема, но я не в мейнстриме, я следую поперек толпе, которая уже уходит, а я еще только захожу. 100 лет назад у фирмы Too Faced вышла маска, которая называется Glow Job. Это была маска-пленка с частичками сияния. Сейчас очень популярна и очень дорога. Фирма, которая называется Double D, OMG, у них есть маски блестящие. И сейчас я не открою Америку, но вдруг реально кто-то не в курсе. Ребята, все эти цветные частички, за которые вы платите, там тысячу, две, три, они ничего не делают для вашей кожи. Ничего вообще! Они просто добавлены туда для того, чтобы поднять цену обычной маски-пленки. И сейчас мы с вами, ребята, сделаем самостоятельно маску, которую я назову в честь, значит, Glow Job, глубокий горловой минуэт. Мы берем обычную маску-пленку, у меня это Himalaya, очищающая маска-пленка с нимом. Любой пигмент рассыпчатый, который у вас валяется. У меня вот валялся, так как эта маска была немножко зеленоватым оттенком, я взяла вот эту зеленую. Какой-то ноунейм пигмент с AliExpress. Или вот тоже ноунейм с AliExpress, но розовый. Или пигмент Ash от MAC, тоже розового цвета у меня есть. Честно говоря, открою опять же вам секрет мастерства. Что вот это абсолютно одна хрень. Пигменты очень дешевые и легкая в изготовлении вещь, и хорошо ее научились делать уже давно, и пигмент от MAC, который стоит 2-3 тысячи, или сколько они там сейчас стоят, не знаю, MAC мне уже давно не интересен, по качеству, и по блеску, и по консистенции, и по всему-всему-всему абсолютно такой же, как вот это вот за, не знаю, там 50 копеек ведро. Берем какую-нибудь ненужную емкость, потому что хрен мы потом это отдерем, лопаточку для масок, или если у вас нет палец, например, или палочку для суши. Все это смешиваем и наносим на лицо и ждем. Все. Можно было купить маску от бабушки Агафьи. Тогда бы это вообще стоило копейки, но я, к сожалению, ее не нашла. Получается красивущая субстанция зеленого цвета, в которой вы можете фоткаться в Инстаграм сколько душе угодно. Я уже сфоткалась и выложу вот прямо вот сейчас, через секундочку. Она засыхает, вот я на руку специально. Почему я все время наношу на то место, которое не видно? Хэштег непрофессионализм. Вот здесь она у меня уже засохла, я сейчас ее сниму и покажу вам, что она снимается. Абсолютно так же делает депиляцию заодно, которая не планировалась, но бесплатная. Это бонус. И не оставляет от пигмента ни следа на коже. То есть вы получите эффект вот этой вот маски, которую вы купили. Так что если вам это необходимо, просто вот этот цвет, красивость и так далее, нахрен не покупайте Double D OMG. Я не за разумное потребление, я против. Я покупаю кучу всякого говна. Но реально, вот это вот говнище похлеще, чем я не знаю что. Вы можете добавить все, что угодно в эту маску, можете купить какую угодно маску-пленку. Потому что, по сути, маска-пленка – это маска, в которой содержится спиртяга, и она сушит вашу кожу, и она предназначена для того, чтобы убирать черные точки и всякие там прыщи подсушивать. То есть вы можете под свой тип кожи подобрать, подо все что угодно. В конце концов, если вам просто захотелось фоткаться, возьмите любое, намажьте, а потом смойте. Не надо тратить кучу денег! Блин, купите лучше себе винишко бутылку. Купила чудесную бутылку винишка, на которой нарисована хрюшка в свитере. Все, мой день сделан. Пить я его, конечно, не буду, оставлю на Новый год, потому что бытовое пьянство – это первый путь к алкоголизму. Итак, мне нравится. Мне очень нравится. При этом в пустых банках я сейчас, секунду. Сейчас я вынырну. Хэштег без монтажа. Охренительно. Вот это вот Silver Foil Pack, которая у меня была от Apiu. Ну, как бы примерно то же самое, только она серебряная, а это зеленая. И я могу сделать какую угодно, там, розовую, золотую. Даже 600 рублей тратить не надо. Все, у меня она уже подсыхает, но не полностью. И вот
чик-чик-чик, ее уже можно снимать. В общем, делать я этого на камеру, конечно, не буду, потому что это долго. Но подсохла она достаточно быстро, и, как вы видели на руке, она не оставила никаких мне следов от краски. О, а теперь я похожа на этого, на какого-то супергероя. На человека-петуха. А вот, так что, девочки, экономьте свой баблишко, покупайте только то, что действительно необходимо. Вот. А путь к красоте долг и тернист. Всем пока.